«Сердце Христа». Удивительная работа скульптора Эрнста Неизвестного. В центре Христос на кресте, за которым скрывается бесформенная, страшная сущность, которая будто пытается поглотить Спасителя. Но если мы посмотрим на скульптуру с другой стороны, то увидим человеческое сердце. Такая экспрессия чувствуется в этой работе, потому что Неизвестный сам прошел через опыт смерти. Он был тяжело ранен на фронте и даже объявлен мертвым, но выжил. Вот его слова. «Когда-то моими героями были Петр I и Наполеон. Мне и сейчас они нравятся, но мой подлинный герой – Христос».